сетка. Видят его в сетке. Вот гадская сеточка. Да, и Кунки еще вот так вот его подсейвили. Бард. Вард. А Бард видит, нет? Бард, а у демон рядом спрятать успеть. А там этот кончился. Или он инвиз взял? Я пропустил этот момент. Там Лотар кончился точно. Нардстайл влетает неплохо, но здесь уже БКБ и Тайдхантер даже не умирает. Там гем у Тайдхантера. А, ну понятно. Вот он что сделал. И Ардстайл, да, поздно это немножко понимает. Ульт Тайдхантера. Ой, не цепляет Ардстайла. Ардстайл опять уходит. Да но что Макс ты будешь делать? Мамус умирает. Так, ну вот этот момент сейчас надо спокойно пережить. Один такой в игре уже пережить удалось и вернулись. В прошлой игре не вернулись вообще, ну потому что он был просто отдан такой критический. Вот сейчас на месте LGD я бы забрал Рошана. Да, это был бы грамотный ход. Вот они сейчас отпушат, может пойдут? Сейчас посмотрим. Они, скорее всего, будут вышку. У них маны типа нету, поэтому они вышку решили. И ульта у Тайдхантера нет. Ну то есть страхуются. Нет, Тинкер не может быть бесконечно в БКБ, эту фишку фиксили не так давно. Хотя да, нет, достаточно давно. Давно. Ну да, тогда его использовали гораздо чаще. Когда он мог быть бесконечно в БКБ, это круто было. Решили не влезать в драку без ультов, без маны. Причем не те, не те, я так понимаю, потому что у одних нет ультов маны, у других нет просто ультов. И еще заденайл вышку, лишачок. Все хорошо. Да, Кунг поймали, обидно. Но там тяжело ему было уйти против гема, против сна. В него очень много всего вкастовали. Сейчас дарреры будут забирать Рошана. Что-то мне подсказывает. Профит сайт оф Вайс. И у Ардстайла не за горами мека. Ой, мека, Шива. Шива, конечно. Бладстоун Лишак сможет себе купить сразу после этого Рошана. И что, Сирена еще и хочет себе плащ худ, что ли, собрать? У нее есть диффуз. Вот такой еще момент. Я посмотрел на Ардстайла и думал, почему у него так мало маны, ему выжгла Сирена. Да, очень грамотно расставил вот свои копии, контролировал весь лес, все проходы. Да, ну как-то вот второй раз LGD просто сливают Рошана, по-другому и не скажешь. Сверху пытаются забрать товар. И, видимо, разменивают по товарам. Если LGD не захотят дефить свой. Что у них по ТП? Ну, по ТП у китайцев всегда все хорошо. Да и, в общем-то, удара, я думаю, ТП это. Хотя нету пункта. Да, Юль, широка нету. А, они могут пойти заставить поменяться, ну не поменяться сторонами, а сделать ТП, потому что здесь тир 2 еще, а тут уже тир 3. Так, тактически, в общем-то, вынудили сделать ТП. Немножечко, можно сказать, что развели сейчас на ТП. У Кунки щит на этот раз. Да, вот если бы тогда у него был щит. Торрент. Блин, торрент входит вообще в молоко. Зачем кидал? Хотя маны-то уже куча. Но все же, Тайд тоже с плащиком. Ну, боятся Сенкинга, понятно. Сенкинг здесь очень большие дела делает. Практически ни одного ульта не потратил в пустоту. Да. И опять Кунка инвиз находит. Ну, это скорее просто приятно, что есть такая руна. Вряд ли он ему где-то поможет, потому что, опять же... Ну, это... сейчас уже, да, гем. Тайд с гемом. С другой стороны, ну, вот он только купил гема, и у него долго не будет даггера теперь. А даггер все-таки, несмотря на, казалось бы, ульт сирены, ультом сирены, но мне кажется, даггер все равно будет. Такому герою, как Тайд. GD вот как-то в пятером постоянно держится, так вот. Видимо, файтов все-таки они боятся. Ну, вот это большая проблема, может быть, против них, потому что их тяжело как-то выцепить. Но, с другой стороны, если халявить грамотно в этот момент, то можно их перехалявить очень классно. Да. Ну, как бы и Даррер не упускает возможности. Ну, Даррер, вот у них Shadow Demon стоит, Профит, конечно, фармит, и сверху там лишь... Shadow Demon ему и делать, по сути, нечего, то есть... Боится выйти куда-то дальше. Мог бы в лес пойти, что-то там. Интересно, что стоять рядом с кем.
Он решил, что физический урон здесь, возможно, будет важнее, так как есть Кунка, и купил Кирасу. Да. Вместо Шива. На самом деле, одного поля ягоды во многом. И так, пошел кого-то копает. Сенкинга сюда же. Летит профит. Нет, просто такую агрессию проявили. Но не стали никуда идти дальше. Ну хорошо, вот то, что вот так вот пытаются разводить, пугают, немножко ломают игру. Мы видим, что у LGD уже все не так хорошо. Кроме вот этой вот комбы на Рошане жесткой, дальше-то особо Даррен ничего не дали сделать. И именно Даррен ничего не дали сделать, стоя все время в какой-то такой, ну, разрозненно. Не стоят в куче. Очень важный сейчас момент. И вообще, даже нельзя, чтобы какой-то был микро-момент, когда они стоят в куче. Потому что но они как бы не заходят за рискованные зоны, там где... Да, сейчас просто фармят. Да, просто фармят потихонечку. Где представляется возможность. Магус отпушивает, тоже фармит. Ну, то есть, у них пик такой, что можно где-то в лесах залипнуть. Магус может в чужом лесу что-то по убить. По уровню только Shadow Demon у нас отстает, остальные опережают. А вот ГПМ... Сирене никак не удается, и уже профит. Ну и профит, естественно, ее догнал. Это его профит, у него там и Мидас, и ульт. Это в порядке вещей, а Кунка не отстает. Но все равно Сирена большой ГПМ. И LGD тоже сидят не просто так. Им есть на чем завести. И здесь многое очень будет зависеть от артстайла. Как он влетать будет с ульта. Потому что если он будет хорошо влетать с ульта, то у Сирены просто не останется иллюзий. Если это будет, ну, в нужный момент применено. Это очень важная тема. Прячется LGD, остается гиппорт. Да, тут Кекс уже у Shadow Shaman, здесь никак не уйти. Да, минус отставил. Я не знаю, зачем было тратить квапе ульт. Все-таки ульт достаточно дорогостоящий. Точнее, по времени достаточно долго он откатывает. Вот так вот не пожалели. А может ведь понадобится. Там и Арстайл, конечно, выкупиться не может, но и без него есть чем подраться. И говоря о иллюзиях Сирены, есть еще и Кунка, который с плашем тоже может поубивать. Хорошо, да, что есть такой герой. Вот сегодня Оранжи пикали Свена. Мне кажется, Кунка даже получше будет выглядеть в этом плане. Так, ну что, такой типа у нас размен легкий идет. Год меняет ХП вышки на Тинкер. Тинкер фейлит с ракетами. Ох, Лишак вовремя подошел. Сейчас нужно ТП делать. ТП раз, ТП два, есть ТП у Тайда. Да, все, уходят. Ну, потеряли тир 2 вышку, поменяли ее. Лайт, да, заберут. Иду. Ой, там прям ульта не пожалели. Ну, ульт Сирены уже жалеть особого смысла не имеет, потому что у нее маленький кулдаун на третьем уровне. В отличие от первого, когда там, да, большой кулдаун, и второй тоже достаточно большой. Сейчас плохо, двух потеряли и потеряли вышку. Ну, как бы не самых, конечно, ключевых, хотя Сенкинг здесь, я думаю, немалую роль играет. Квапа Хекс без Аганима играет. Да. Все что угодно, но не Аганим начинает. УКБ. Но мне кажется, Аганим все равно нужно и подфармить под лейт, чтобы чаще можно было драться эффективнее. Там и урон растет, и кулдаун. Существенно снижается кулдаун, это, наверное, главная фишка. Крипит чужой лес. Да, вот подравнялись, график подскочил. Ну, кстати, не так сильно. 2 килла и вышка сказались на общей ситуации. Скорость подтверждения. И Даррен вообще дежавю. Если его сейчас опять так же поймают. Оп. Нет, отсиделся в песках. Да, но могут поймать. Там Shadow Shaman с Хексом. Вот, догнал Shadow Shaman, Хекс и Умер оставил. Да, отставил, наверное, уже отсюда никуда не уйдет. Ветра, но гем. И куча АОЕ всяких спылов. Поменяли артстайл на этот раз на вышку. Нет, вот в этот раз хорошо. Разменяли. Вышка, и сейчас нужно быстро, как можно быстрее возвращаться. Давить они ничего не смогут. Ну и артстайл сам все сделал гораздо лучше. Если бы он сразу умер, конечно, никаких бы разменов не было. Так, в кустах у нас сидит шаман. Шаману вылезать из зоны нету никакого. Для шакала он ничего ему сделать не сможет. Слишком сильный. Да, и, собственно, ТП-аут. Правильное решение. Так, в Кунку зашли. Опять Shadow Demon. Сирена хорош ему в спид, и она догонит.
Ай-яй-яй, да. Погнала. Оп. Он будет разводить, а там сверху Лешрак давит вышку. Вот сейчас Shadow Demon тоже очень классно умер. И нету... Ну да, уже не важно. Нету глифа? Да, нету глифа. Ну опять потеряли много. Отдать Shadow Demon на 70 хп тир 3 вышки, вот в такой, при такой игре, я думаю, что это даже в плюс. Там у Кунки уже 5000. Я не знаю, что он будет фармить, но это круто. МКБ у профит сейчас будет. И драка... Вышки они, конечно, пушить будут не так классно, как если бы это был дезолятор и, скажем, там какие-нибудь некрочи. Но в драке МКБ и... я не знаю, что купит сейчас год. Просто я теряюсь. Бы Тарасочку. О, Лешрак на хосте сжигает очень хорошо Тинкера. Еще один хекс. Хоста продолжает действовать. Лешрака убивают. Да, нон-стоп хекс Тинкер. Дамажа он много, да, нанес. Конечно, всем много. Просто. Хоста очень сильно помогла, но у Тинкера был тайминговый хекс. Если бы хекса не было, он бы убил Тинкера, безусловно. Там и даже просто парочку молний дать было бы отлично. А Егис заканчивается. Поймали года. У него Егис. Ну, его, мне кажется, два раза убьют. Да, тут Тинкер, он... Ой. Что-то не так. Ульт. Ульт заставили потратить. А Егис. Ну, нечем спасти. Зато Тайтхантера убивают снизу. Пошел хекс. Файв, закрывают. Минус Тайтхантер и минус Гем. Минус Гем, минус Тайтхантер. Ну, Кунку, конечно, убили, там много очень всякого рода дизейблов. Кунка тратит свои деньги на байбек и сейчас побежит вместе с Лешраком. У Лешрака телетапки, Лешрак, наверное, сможет. Нет, у него кулдаун большой. А почему это они так решили? А, у Тайта нету ульта, вот что не так. А, Тайт там еще и ульт. И да, у Сирены нет ульта. Вот они решили пойти. Давить. И Рошан. Они на Рошана уйдут, наверное. Это было бы грамотнее сейчас. Да, вот прочекали Рошана. Блин, ну тайминг... Тайминг должен быть. Сейчас нужно идти на Рошана. Если они сейчас пойдут в неудачный пуш, ничего хорошего не будет. А на Рошана заходить можно. Они пойдут в пуш уже поздно. Гем забирает себе СК. Хорошо то, что выбили Гем. Тоже такая. Да, будет Тарасу собирать. Начал с Ривера. Ну, оставлять деньги никакого смысла уже не имеет. Ох, крит какой. Все, есть тайминг. Все в порядке. Удары. Понимаю, что это есть. Третий Рошан с сыром. Ну, кстати, им с таймингом было гораздо проще. Потому что у них у Кунки был Аегис. Да, вот Кунка уже выкладывает что-то. Вставляет слот. Банка была. Выбрали банк. Не успеют, LGD не должны успевать. Ой, 3600. У Сирены опять ульт откатил. Еще, еще. Кунка, вот, Лотар, все, отлично, не успели. Сыр взять. Ну, драка будет. Нет? Ай. Да, вырвайте, взлетели очень хорошо. Кунка, корабль по двоим попадает и расшибает лицо Сирене, потому что успела она юзануть ульт, но здесь же артстайл с ультом. Копал, нормально. Ой, как хорошо, Кунка! Вот это удар! Всех убили. Квапа уходил, я думал сейчас кинуть крест, потом смотрю, там БКБ, но он просто не стал кидать крест, он подошел и убил с удара. Великолепная игра от Артстайла. Три байбека уже, или четыре даже. Умирал Тайт, да? Тайт? Тайт, да, должен был вроде как умирать. Вот четыре байбека, значит, сделали. От страха. Ну, великолепная опять игра от Артстайла. Вот, а чем добить еще Сирену можно было бы в ульте, если бы не ультом Сын Кинга раскастованным? Да ничем там, потому что Лешрак был далеко. Ох, как хорошо ушел. А всем остальным как-то добивать, не знаю. А чем? Ну, все спят, короче, она бы улетела на ТП. А Сын Кинг, ультящий, в принципе, великолепно продолжает кастовать ульт во время сна. Ну и... Мне понравилось, как решил выйти из... Магус из ситуации, когда у него некуда было положить сыр. Он просто взял и купил в магазине через, ну вот снизу, МКБ себе, где мы начали. И место под сыр освободилось, забрал сыр.
Хорошо, остается Аегис до сих пор, и Даррер ведут игру. Ой, там разрыв уже критический. Да, и по опыту, и по золоту. Они должны это забирать все. Сейчас только Кунки не встрять здесь. Ну, по золоту еще не критический, вот по XP, да. Но он еще чуть-чуть скакнет. Тут график, видишь, уперся вниз. Сейчас Кунки могут поймать. И ловят Кунку. Куда? В кого Хекс? Крипа, Хекс! Нет, какого крипа в года? Нет, там был Хекс крипа до этого. И потом уже Кови. Выбили Аегис. Ушел. Ну что, ульт будет? А, там гем есть. Гем, ну приближается сюда. Артстайл, поддержку какую-то оказать. Хорошо, артстайл. Ульт. Кунка жив. Кунка успевает кинуть корабль и продолжает жить. Только сейчас его убивают. Как много сейчас сделал Кунка. Сирена уходит. Акаша уходит. Нет, не уходит, артстайл. Красавчик. Артстайл, Кунка просто... Ну, лучшие игроки сегодняшней игры. Кунка выжил на лолах. Энлайт подобрал. Великолепная игра. Дар 2 гема. Ну что, кто там ставил на китайцев? Тайт на ТП ушел, говорят, в прошлый раз. А, повезло, пар... Тинкер здесь что-то ненужными вещами занимается, по-моему. Ползет сирена, рептайт, спрятал ее Shadow Demon. Да, конечно, неприятно, вот с диффузами эти иллюзии выжигают кучу маны. Shadow Demon там и так небольшой монопол у него, всего лишь 800 маны. Сяо откушивает как может просто. Ой. Куча сирены, поставили. Закрывают артстайла. Или не закрывают? Закрывают, но он ушел. Его бьют пески, хорошо. Не пески, то есть машины, минус артстайл. Минус. Ну что он делает вообще? Я не понимаю, второй раз уже шаман. Ну сейчас ты точно в крипа, ты видел, да? Да. Ну вот первый раз он тоже. У него какая-то, не знаю, ненависть к крипам. Он их просто хейтит. Гем один отдают. Троих убили. А я не понимаю, зачем Даррер пошли вот в меньшинстве в такую какую-то непонятную атаку. Там еще и под машинами начали какую-то агрессию проявлять. Это было явно лишнее. Ну, возможно, они типа не собирались прям вот так вот нападать. Просто так получилось. Я думаю, они планировали просто сагрить на себя, а в это время паник бы допушил бы товар. Сверху. Да, DDC действительно теперь прославился своей фоткой. Чем-то мне Бису напоминает из StarCraft. Похож. Ой, тайт. Откушал. Крита. Ну, кстати, для него не так уж жестко. Ну, 1800. А сколько вот хп у клопы? Тоже 1800. Странно. Ну, видимо, вылетел еще из Дейдалуса тогда крит. Хороший торрент. Но Кунке нужно подходить и бить эти иллюзии. А, тут бэкдор, господи. Да, бэкдор систем. Еще такого. Ну, иллюзии прочные. С Тараской. Все очень хорошо прочно. Подходит, раздает. Пошли дальше, крипы. А в этот момент в лесу в своем LGD, и LGD ждут. 7500 они все-таки проигрывают. Вот было 10. Если бы не слились тогда втроем, отступили бы. Так и было бы 10. Инлайт опять а вылетает. Вот по опыту скакнул вниз. И сейчас можно посмотреть просто на статистику опыта и увидеть, что Инлайт 13 левел на 50-й минуте игры. Это сильно. Да он и был, в общем-то. Он и был, в общем-то, там вообще слабейшим. Профит вырывается по ГПМу вперед. Ну да, а по уровню уже Тинкер у нас даже выше, чем и Кунка. Кунка несколько раз умирал, вот ему... Конечно, с одной стороны, хорошо, что там год снизу заставлял отвлекаться и не всегда его убивали, но по факту он вот три раза умер, можно сказать, учитывая последний Аегис. А что там с сыром? И сыр ловят года. Опять. Да. Лишрак дает стан. У меня лаг жесткий. Отлагало. Минус год. Вот большая проблема. Перехвалили года. Он уже 7-5, хотя начало было потрясающее. И сейчас, опять же... Будет минус товар.
Ну тяжело против вот этого ульта, конечно. Правильно, что никто не видел клип, потому что он сейчас может пригодиться. Там идет в размен Сен-Кинг, заставляет сделать ТП домой Тинкера. Также вдвоем идет Профит и Лешрак. Но спушат-то быстрее с иллюзиями сирены. Лешрак уже дома. Фортификейшн. От обоих сторон, да. Да, Хекс. Машины. Две каты. Минус вышка. С МКБ Профит продолжает лупить. Лешрак залетает, кастует Шиву. Да. Да. Это минус Лешрак. Минус Лешрак, но он очень много здесь сделал. Там Pipe почти убил. Артстайл. Артстайл. Сирена ультует. Оп, и спокойно делают ТП. Да, машет руками во время ТП. А вот Тайтхантер почему не сделал ТП? Тайтхантер, да. И снизу сторону снесли Даррер. Продолжается там замес. Убивают Инлайта, но минус сторона. Куда? Артстайл, по-моему, промазал. И Хекс ему успевают выдать. Разворачивается. Что, Профит сзади, там Профит с МКБ лупит. Как бешеный. Тинкера тоже поймали. Блин, какой урон у Профита. Да, еще эти микростаны, и гем вернулся. Еще один гем. Раз. Отлично. DDC уходит на руне. Даррер все, сломали снизу сторону. Я не видел, кто там оставался, но кто-то сломал. Так, опять беда. Беда Артстайла. Влетает Кунка. Крест. Торрент. Манту. Манта не спасает от креста. Магу сделал ТП. Артстайл, да. Ульт. Хорошо. Сирена битая, но живая до сих пор. Разворачивается. Сетку в Кунку. Хекс. Ну помочь еще чем-то. Сирена битая. Ульт. ТП. А сейчас минус 2 будет. Да, отличный Барл Страйк. Стан Лешрака по всем, Лешрак! И Сен-Кинг делает даблкил. Посмотри на Кунку. Кунка 30 хп. 30 хп. Какие драки тут происходят? Невероятно. Бешеная, бешеная игра Дара. Только так можно обыгрывать Китай. Ну и здесь у меня уже все меньше сомнений, что они все-таки выиграют, потому что они запушили сторону. Клифа нету, на миду 50% КП у Товара. И опять байбеки. Ну нужно дожать, нужно обязательно дожать, потому что тут все равно есть шансы определенные. Мы видим, насколько мощная сирена, как тяжело с ней там вдвоем ее не могут убить. Все в Сен-Кинга влетает. Ульт Тайтхантера. Вот битый наполовину. Нужно корабль кидать. Сен-Кинг жив до сих пор. Съедает огромную кучу урона. Корабль летит. Корабль не попадает, но дает дополнительные возможности выжить. Шива от Лешрака. Это была сирена здесь? Я просто после Китая ее так быстро уничтожила. Radiant's middle barracks has fallen. Ну это ГГ. 1-1. Radiant's bottom tower has fallen. И это фантастика. Radiant's bottom barracks are under attack. Третья игра. Radiant's bottom barracks has fallen. The dire now. ГГ. Хорошо. Что ж, третий матч сегодняшнего дня. В нем уже все решится. Кто я чемпион? Я болею китайцев из-за паника. Китайцы позафанят? Да. Ну, фаник тут неплохо отжег на Шаке в конце особенно. Я думаю, там при его немалом участии снизу в сторону задавили с его траволами. С какого снизу там? Сверху? Ой, сверху, в смысле, да, сверху. И на миду накоцали. Ты постоянно говоришь снизу, я постоянно смотрю на товар снизу и понимаю, да, что... Да, ну он просто как бы чисто, если так смотреть, он внизу. Ну да.